Я Андрей Побожий, преподаватель по классу саксофона в школе виртуоза. Вот сегодня я хотел бы рассказать лайфхак, как начинать звук четко всегда, в любом состоянии, неважно какой у вас уровень игры. Это подходит как к моноязычковым в особенности, так и с небольшой поправкой и к двухязычковым, как фагот, гобой и в принципе к любому духовому инструменту. Нужно выполнить всего как запуск ракеты 3 пункта. Первое. Мы языком закрываем трость и даем проникнуть воздуху внутрь. Вторым пунктом мы начинаем дышать. У нас звук не идет. И самое простое, третье, что мы делаем, мы просто открываем язык и даем воздушному потоку идти вперед. Так у вас всегда будет четкое начало звука. Всем удачных занятий всем.